Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Марина Казакова. Сегодня я хочу сделать два обзора на комплекты аксессуаров для кукол. В одном комплекте очень много всего. Тут и очки, и серьги, и браслеты, расческа, сумки, обувь, ободки, ожерелья. Так что сейчас буду рассматривать. Вот тут у нас моделька. Начну с сережек. Во-первых, вот такие красивые серьги под серебро с интересным дизайном. Серьги-гвоздики. Они выполнены вроде цветочка с лепесточками. Ну, или крест кто-нибудь увидит. И этот крест, он не ровная поверхность, а такой слегка с какими-то такими крапинками. Шершавый. Смотрится, конечно, очень красиво. Это ожерелье, сделанное из колечка из маленького. Тоже покупала их на Алиэкспрессе. Все товары с Алиэкспресса. Так, потом есть вот такие совсем-совсем маленькие гвоздики, сережки, точечки, цветочечки. Вот таких красивых сережек. Два комплекта. Гвоздиков тоже два комплекта. Они одинаковые, поэтому можно не рассказывать про них. Теперь вот такие вот браслеты под серебро. Нет, гвоздики вот такие маленькие, даже целых три. Так, браслеты под серебро. Они тоже выполнены в таком примитивном стиле. Немножко рельефные. Ничего такого особенного нет видно. А вот эти браслеты, они уже более интересные. Они стилизованы под восток, такие богатые, рельефные, широкие браслеты. Смотрится, конечно, просто замечательно и украсит собой любой наряд у куколок. Видите, как красиво смотрится. Эти, конечно, они ведь к чему подойдет, ну, а этот браслет уже для более торжественного куда-то выхода. Вот к этому платью, мне кажется, вообще идеально подходят. Их 4 штуки. Так что вот. Потом 3 крабика 3 расцветок. Очень хорошо они цепляются на волосы, украшают кукол. Но сюда, конечно, подойдет лучше вот такой цвет. Они как бабочки выполнены, крылышки бабочек. Очень интересно, видите, бабочка. И крепление довольно-таки прочное. Хорошо работает, свободно. Зубчики такие. Поближе покажу зубчики. И то, и другое очень хорошо работает. Все 3 крабика очень замечательно работают и украшают куколок прическу. Теперь прическа, массажка. Прекрасно причесывают волосики. Ну, конечно, у этой куклы они волнистые. Лучше нужно расчесывать, у кого прямые волосы. Тут причесывать нечего, чтобы не выделялись. Она довольно-таки жесткая. Ну, у кого короткие, а может даже и длинные волосы будут расчесывать. Если честно, я не пробовала их расчесывать. Теперь короны. Раз, два. Они разных расцветок. А, это пришла такая некондиция, надо будет обломать. Вот. Видимо, крепились между собой. Вот столько корон. 5 штук. Теперь рассмотрим каждую по отдельности. Розовая корона, симпатичная. Она тут имитация, как будто туда камушки вкраплены. Конечно, она однотонная. Смотрится хорошо. Сидит. Тут, конечно, нужно надевать. Вот, прекрасно сидит на голове у куклы.
Эти короны уже поменьше. Они совершенно одинакового дизайна. Они выполнены уже такие витиеватые, такая у них архитектурный, такой сказать можно, внешний вид, рельефный, как такой, таким каскадом необычным. Вот. Видно, что здесь такие узоры восточного стиля, очень красивые, вот так вот видно, переплетение. Очень симпатично смотрится. Эти короны, они совершенно одинаковые. Там уже они такие вот, такого цельного идут дизайна, но с рисунком. Видно рисунок. Ничего такого особенного нет. Обычные короны. Потом входит в этот комплект две сумочки. Но сумочки, конечно, вообще роскошные. Сумочки дамские, розовые. Здесь такая как бы крышка. Вверх ручки тоже такие плетеные, с переплетением. Сумки, видно, да, что они такие рифленые под кожу. Сумка устойчивая, может стоять. Она, конечно, довольно-таки большая. Подойдет больше на повседневку, чем куда-то в театр идти. Ну, симпатичный такой, как в виде такого бочоночка сделан. Мне очень нравятся такие дизайны. Вот эта сумка, вот, если честно, весь комплект я купила только ради нее больше. Смотрите, как она выполнена. Изящно, аккуратно. Она такая женственная, с розовым цветочком, с зеленым лепесточком. Ручка тоже, она не плетеная, она выполнена в таком витиеватом стиле, необычном. И сам ее дизайн, как видите, такие сборочки, которые придают ей такой естественный живой вид, как будто настоящая кожа. Сзади уже цветочка нет, и больше видны эти сборочки. Очень оригинальная сумка такого благородного серого цвета, стального, можно даже сказать. Она неустойчивая. Вот она стоять не хочет. Тоже очень хорошо смотреться будет. Она такая нейтральная. А вот смотрите, не входит. Ручка маловатая. Если только вот так вот ее вешать. Вот. Кисти не входит в нее. Теперь две пары обуви. Они могут быть рандомные. Первые это вот такие вот сапожки морковного цвета. Каблук такой интересный. Шпилька. Внизу рифленый, вверху ровный. Потом идут тут ремешки. Сзади тоже ремешки. Вверх оформлен для фиксации в виде, тоже тут такая перемычка, очень симпатично смотрится, сзади разрез, чтобы одевалась на ножку, спереди тоже такой интересный дизайн, необычный, переплетения идут, очень украшают эти ботиночки, смотрится, конечно, вообще классно, ну не с этим платьем. Вторая пара – это вот зеленые такие приятные, они даже перламутровые, не просто зеленые, а перламутрового цвета туфельки на шпильке, на высокой. И здесь они закрытые сзади, пятка закрытая, носочек немножко открыт. Видно, видно, что открыт. Два идет ремешка, и они не просто так, а вот сбоку видно, что цветочки маленькие. Не буду пальцем показывать. Вот. Так, сейчас так поверну, чтобы было видно. Вот видно, что цветочек. Очень нарядные с обеих сторон цветочки сделаны. И поверху тоже идет как будто такое кружево.
Очень красиво смотрится. Так, вам тут, наверное... А вот видно, видите? Такое ажурное кружево, верх ажур. Очень нарядные туфельки, перламутривающее загляденье. Также входят очки. Обычная классика. Ну-ка, куколку наденем. Ой, у нее прическа такая объемная, что очки плохо надеваются, но не буду их ломать. Обычные классические черные очки. У меня их много, я их лаком цветным крашу. Всякие теперь у меня есть и красные, и синие, и желтые, и оранжевые. И вот эти я хотела красного цвета, но, видимо, красного не было. Отправили черные, они уже такие романтичного вида, как маска. По форме напоминают маску. Смотрится, конечно, очень хорошо. Я бы еще такие приобрела, покрасила бы их в другой цвет. Но здесь уже, видите, они шире. Вот эти вот узкие расстояния между дужками. А здесь уже более широкие. Поэтому сейчас на эту куколку должны они прекрасно сесть. Я на нее не одевала. Так вот. Маска. Кто ты? Ободки. Два ободка. Обычного розового цвета с бантиком. Ничего особенного. Но, наверное, это на маленьких куколок подойдет. А таких больших девочек уже, если только как костюмированную вечеринку устраивать. Это зайчик. Зайчик. Здесь бантик. Ушко одно висит, второе такое стоит. Не надевала. Я думаю, что на эту голову не полезет. Нужно такую гладкую голову и на маленькую куколку. Также даже есть, смотрите, какая гарнитура. Тоже на нее не буду надевать, потому что у нее волос много здесь, закреплено, просто может не надеться. Надо на другую куклу мерить. Ожерелье. Это одинаковые два розовых ожерелья. Они такого рифленого дизайна с цветочками, трехъярусные, довольно-таки симпатичные. Легко надевать их, конечно, не надо голову снимать. Вот, пожалуйста. Очень симпатично смотрится. Легко надевать, легко снимать. Ну, а это уже роскошное ожерелье. Ну, видите, какое большое, под серебро. Такой стиль, знаете, вот даже, мне кажется, напоминает африканский немного. Марокканский такой. Сразу напоминает Камбоджа, вспоминается. Такие острые края. Здесь тоже как будто каскадом все это стекает. И тут такие ромбовидные камни. Стилизованные как по драгоценности. Смотрится, конечно, тоже роскошно. Уже символ богатства куколок. Видите, как хорошо села на груди. И как будто вниз с груди стекают вот эти вот украшения. Эти камушки богатства. Так, сейчас еще успею сделать обзор. Краткий. Ролики. В комплект входит шлем. Розовый шлем. Звездочки. Ну вот единственное, что скажу. Крепление у основания очень, видите, какое тонкое. Новое было просто вот по прямой. А когда загибаешь, вот-вот отвалится. Надо будет, наверное, укреплю клеем горячим. Или обычным клеем. Ну, чем-то нужно укрепить, иначе быстро сломается. На куклу даже надевать не буду. Потому что, когда надеваешь, все равно не застегивается. Такой, ну, так себе. Вот шлем, конечно, так себе. Все на него жалуются. Все покупают только ради роликов. Ролики шикарные, как видите. Ролики шикарные.
розовые ботиночки, желтые колесики, колесики крутятся, крылышки, как будто для феи. Ботинки на такой сплошной подошве, на такой очень-очень толстой подошве. Они не гладкие, они тоже здесь такие есть рифленые полосочки. Здесь имитация шнуровки. Сзади разрез, чтобы ножка у куклы налазила, чтобы все было аккуратно. Смотрится, конечно, не очень хорошо для фотосессии. Спереди, кстати, тоже видите, тут такие как... Ага. Не должно быть спереди разреза, это они у меня стали расходиться. Надо будет склеить, чтобы не сломались. И наушники. Желтые наушники с розовыми шлепками. Тоже надо надевать на голову, где не так много волос. Это, у этой девочки очень пышные волосы, на ее наушники просто с трудом налезли. Вот. Вот такие симпатичные комплекты. Всего два комплекта, но столько предметов. Аж вон на 16 минут наговорила. Ну все, на этом мои обзоры закончились. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять. Впереди еще много интересных видео будет и про путешествия, и обзоры платьев, кукол. И набрала кружев, кружево буду обозревать. В общем, есть что показать. И кукол потом покажу. И отдельно головы и тела я заказывала. Потому что отдельно головы вот такие красивые. Это вот у меня тоже отдельно покупала эту куколку. Голову и тело подбирала. Но это будет потом отдельный обзор. Тут надо подробно все рассказывать, показывать. Делайте репосты, комментируйте, пишите комментарии свои. Потому что для канала, для продвижения канала это очень важно, ваша активность. Пожалуйста, поучаствуйте, если вам нравится мой канал. Я на этом с вами прощаюсь. Всем желаю счастья, здоровья, успехов во всем. Заходите на мой канал, я всегда вам рада. До новых встреч!